Приветствую вас. Если человек настроен решительно, то вы его, значит, скорее всего, не отговорите, да, от того, чтобы он, ну, поменял свою точку зрения, да, вы не сможете его отговорить от того, чтобы он, к примеру, не уходил от вас, вы не сможете его говорить, к примеру, от того, чтобы он не делал того, что делал, ну, того, что собирается делать, да, вот. И я вам даже больше скажу, что, как правило, чем больше, значит, ну, настаивают на том, чтобы, значит, ну, чтобы не делал человек того, что он хочет делать, тем, соответственно, больше этот человек, собственно, и делает того, чего его просят не делать. Потому что если мужчина настроен решительно, значит, ну, скорее всего, ему, ну вот, знаете, как-то вот опасно. То есть он опасается чего-то, да, он там боится чего-то. Вот, боится, может быть, того, что вы будете его как-то там останавливать, вот, и прочее. Вот, ну, то есть, вариантов, может быть, достаточно много, вот, и, на мой взгляд, сейчас, вот именно сейчас, на данный момент, его лучше отпустить. Вот, если он хочет уйти, вот, то есть позвольте ему это сделать, да, позвольте ему уйти, если он так этого хочет, ну, а дальше уже вы можете просто отслеживать его, значит, поведение, да, вы можете отслеживать его какую-то позицию, вы можете смотреть, что он делает, да, и если ему, к примеру, там, если вы увидите, что ему плохо, да, там, или что он сомневается, вы будете рядом его, соответственно, поддержите, и все будет хорошо. Вот. Обязательно предложите ему остаться друзьями. Это абсолютно обязательно условие для сохранения отношений, потому что мужчина опять же ждет, ну, ждет, ожидает от вас, что вы будете его изо всех сил пытаться вернуть, он ждет от вас, что вы его решение не примете, он ждет от вас, что вы будете его, когда, ну, вставлять ему палки в колеса, вот, если вы предложите ему все друзьями, ну, как минимум, это будет для него означать, что вы ему не противитесь, и он, в общем-то, будет идти только на своей собственной мотивации. Вот, а это не то же самое, что, например, действовать против, ну, допустим, против вашей воли, против воли другого человека, вот, не то же самое это, поэтому тут как бы надо, чтобы он вот максимально освободился от любого давления, да, и действовал, если действовал, то действовал только на свой страх и риск. Только по своей мотивации, чтобы он действовал. Вот, ни в коем случае нельзя, чтобы его мотивировало на поведение, к примеру, что-то в вас, да, или там, что-то в
Ну, допустим, что-то в других людях, да, от этого категорически не рекомендуется, вот. Значит, что нужно обязательно еще, помимо вот, того, что я сказал, это нужно понять, из-за чего, собственно, был конфликт. То есть вы обращаетесь к психологам, а мы, психологи, специалисты, значит, работаем научными методами. Вот, мы не гадаем, мы не читаем мысли. И, соответственно, нужно, чтобы вы все-таки рассказали нам, так а в чем же, собственно говоря, проблема. То есть, какой конфликт был между вами и вашим мужем, что вот он ушел. То есть, совершенно очевидно, что его что-то не устраивало, ну, в жизни с вами, вот, это промотивировало его на то, чтобы уйти от вас, и, соответственно, быть решительным в своем выборе, вот. Тоже у этого должны быть какие-то веские причины, вот, и нам эти причины нужны, нам нужно разобраться с этими причинами, и тогда, я полагаю, мы могли бы вам помочь. Вот. Вы, наверное, хотите сохранить отношения, вернуть своего мужа. Вот. Но тут на самом деле нужно сказать, что если вы хотите вернуть своего мужа, то вам нельзя быть в том положении, в той ситуации, в той позиции, какую вы, к примеру, занимаете сейчас, потому что именно в этой позиции мужчина от вас ушел. Вот, то вам нужно свою позицию поменять, вам нужно вести себя по-другому со своим мужем, для того, чтобы иметь возможность вести себя по-другому, необходимо личностный рост необходим, вот, личностный рост — это развитие ваше собственное, это обретение, да, такой самостоятельности, вот, ну, наедине с собой, то есть, чтобы вы, ну, нужно, чтобы вы стали более самостоятельны, чтобы мужчина видел, что вы в нем не нуждаетесь, вот, и чтобы, скорее всего, вы исключили влияние, давление на себя каких-то факторов, вот, которые приводили к тому, что мужу с вами было некомфортно. Определитесь со своими целями, в том числе, да, то есть для чего вы хотите, чтобы муж ваш вернулся. Кому будет лучше, если он вернется, вам или ему? Я уверен, что вы ответите на этот вопрос, сказав, что лучше будет, конечно же, вам, вот, ну, это первое, что вам, скорее всего, придет в голову. Правда в том, что лучше должно быть ему. Ему должно быть лучше, а не вам. Поэтому, прежде чем он вернется, подумайте о том, куда он, собственно говоря, возвращается, да, то есть, куда он будет возвращаться. Вот. Я думаю, что эта мысль, она вас отрезвит.
если вы хотите его вернуть, потому что, ну, просто так муж ваш, если он вернется, увидит, что все по-прежнему, что ничего не поменялось, вот, второй раз уйти ему будет уже гораздо проще от вас. И второй раз он уже, может быть, не вернется, поэтому здесь нужно быть предельно осторожней, вот, и максимально выверенно действовать именно, ну, именно вот с этой точки зрения, с точки зрения, что вы можете ему навредить. Вот. Вы можете навредить ему, а вместе с тем и себе. То есть, чтобы этого не случилось, нужно определиться с своими целями, что-то себе подкорректировать. Вот. Так что, то, что сейчас имеет место быть у вас, это в некоторой степени кризис, в некоторой степени это кризис отношений, и, соответственно, кризис можно и нужно преодолевать, вот, ну, главное, чтобы у вас было желание. Муж, понятно, этого не хочет сейчас, на данный момент его это не интересует, но по факту, если изменитесь вы, если вы сохраните с ним какой-то контакт, вот, ну, то есть, если вы удержите друг друга от какого-то полного разрыва, вот, то мне кажется, что у вас есть все шансы свою семью сохранить. Вот. Правда, обязательно нужно делать выводы, потому что без вывода, и обязательно нужно что-то менять, потому что без перемен, да, без изменений каких-то ситуаций лучше сама собой не станет. Вот, поэтому сразу для себя определитесь, значит, готовы ли вы меняться, вот, готовы ли вы что-либо менять в своей жизни. Если готовы, то, соответственно, удачи вам не понадобится, вот, мужа его, скорее всего, вернется. Но предупреждаю сразу, что вам он, скорее всего, уже будет к тому времени не нужен. Человек вырастает, начинает по-новому смотреть себя и перестает нуждаться в людях. Но перестает нуждаться в тех, кто от него ушел. Потому что, когда люди уходят, это означает, что, как минимум, не совпадают, люди по различным параметрам. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.